Добрый день, дорогие любители волейбола. Именно день, потому что матч сегодня начинается необычно рано для волейбольных баталий в Казанском центре волейбола в 15:00. Это сделано для того, чтобы команды успели с сегодняшнего дня вернуться к себе в родные города. Но у нас заключительный матч предварительного этапа Кубка России, в котором казанский «Зенит» сегодня принимает своих также соседей, волейбольный клуб АСК из Нижнего Новгорода. День вчерашний для волейбольной российской общественности закончился таким неожиданным фиаско. Казанского «Зенита» уступила команда Владимира Олег на уфимскому «Уралу» в четырех партиях. Уступила, как мне кажется, по делу, сделав крайне много невынужденных ошибок. И сегодняшний матч должен показать, на что все-таки способна команда Владимира Олег пока в таком неоптимальном составе. И я так думаю, что бело-голубые сегодня будут заряжены на победу, как никогда. Есть у нас стартовый состав волейбольного клуба АСК. Сразу же мы видим капитана, легенду отечественного волейбола Виктора Никоненко. Сразу видим Андрея Титича на позиции связующего Дениса Петровс. Пара либера, пара Артемов. Артем Краинов и Артем Зеленков. Также мы видим блокирующего Александра Мельникова. Видим, в диагонали выходит Александр Виецкий. И второй блокирующий у нас Иван Валеев получается. Да, все верно. Стартовый состав казанского «Зенита», я так понимаю, не претерпел изменений по сравнению со вчерашним матчем. Видим мы пару доигровщиков в лице Федора Воронкова и Эрвина Нгапета. Пара блокирующих у нас, я так понимаю, составит Алексей Кононов, Артем Вольвич. На позиции диагонали в отсутствии Максима Михайлова заменит его Денис Земчонок. Связующий сегодня Александр Будько. И начинает в качестве основного либера Валентин Голубев. Либера под номером 2 Валентин Коротков сидит на скамейке. Я думаю, будут также они меняться сегодня с Валентином, как это было вчера, который с Голубевым. А вот, видимо, в линии блокирующих есть перестановка. Вместо Алексея Кононова с первых минут на площадке появляется другая легенда российского волейбола Александр Волков. И сразу же Эрвин Гапет начинает. Титич хорош в приеме, сам же атакует. И вот таким вот первой атакой своей приносит очко казанскому «Зениту», потому что не попадает Титич в площадку. Несколько слов, наверное, стоит сказать о вчерашнем матче. Достаточно ровная была игра, но где-то уфимцы были лучше на блоке, где-то на подаче. И вот так вот по чуть-чуть, вкупе с большим количеством невынужденных ошибок казанского «Зенита», так и набралось на три победные партии Уфы. И таким образом, если я не ошибаюсь, то команда Игоря Шулепова сейчас находится на первом месте. Уже точно в следующий, а точнее в полуфинальный этап Кубка России выходит АСК, «Зенит» и Уфа из этого квартета команд. Ну а пока Эрвин Гапет ошибается на подаче. После матчевого интервью Александр Будько посетовал на отсутствие всех игроков в тренировочном процессе. Говорили мы о том, что не могут пока принимать участие в тренировках Андрей Сурмачевский, Бартош Беднарш и Максим Михайлов. Обидно ошибается сейчас Федор Воронков. Отметим этот момент. И, соответственно, на отсутствие сыгранности в какой-то мере. Про физическое состояние также говорил Александр Будько. Попросил его журналист назвать свое подготовку к сезону от 2 до 10, от 0 до 10 и цифру 2, как вы уже поняли, Александр Будько назвал. Видимо, не все пока складывается у команды Владимира Олегна в рамках этого сезона, но для подготовки к матчу, который состоится 26 сентября, важный матч против «Факела», матч открытия и матч за суперкубок, время еще подготовиться есть. Надеемся мы, что все игроки казанского «Зенита» вернутся в строй, вернутся в тренировочный процесс в ближайшее время, залечат все свои болячки. И уже к 26 числу
и особенно к 3 октября к матчу с Новосибирском будут в полной боевой готовности. Пока Эрвин Гапет не свойственно для себя манере ошибается в приеме, не был как будто он готов к этой подаче. Тут он так опасно подавал. Федор Мельников это был. И пока АСК на таком промежуточном отрезке выходит вперед 4-2. Снова неплохо подача летит, но под заднюю линию, и это аут, к сожалению. Владимир Олегин сказал, что основная пища для размышлений — это первая и четвертая партия. Именно те партии, которые закончились на балансе с минимальным преимуществом Уфы. Именно там он посчитал необходимо искать корень и причину всех ошибок и поражений канадского клуба. А пока отметим эйс Александра Волкова, который во вчерашней игре активного участия не принимал. Хотя очень неплохо себя, на мой взгляд, проявил в первом матче против «Нефтяник». Вот сейчас есть Александра Волкова. Вторая подача менее опасная. Здесь пока забивает Иван Валиев. Было это. В первом матче игрового дня Урал уверенно переиграл «Нефтяник», также в 4 партиях. И пока команда Юрия Шулепова, сейчас смотрится крайне-крайне убедительно. Вчера еще не принимал участие в матче Джон Гордон Перрин, канадский доигровщик. Такая, ну, звезда по меркам российской Суперлиги пари-матч. Я думаю, с ним бы у Уфы, как минимум, атакующего потенциала было бы побольше. Неплохая атака сейчас была. Дмитрий Виецкий это был. 5-6. Ну вот, как будто все основные перипетии вчерашнего матча мы обсудили. То, что можно обсудить, то, что интересно. Вот, и можно уже переключаться на наш текущий матч. Федор Воронков не справляется в приеме. Хорош, там подача была от Валиева. По линии очень неплохо приложился. И Воронков не был готов к такому приему. На этот раз подача менее плотно лечит. И будет Артем Вольвич забивать. И делает это абсолютно легко. Такой немаловажный факт, то что Казань сегодня играет в белой форме. Давненько мы не видели «Зенит» Казань и в таком исполнении. Так, свежесть, что ли, придает. Сегодня, кстати, не забудьте поздравить с днем рождения связующего казанского клуба Лорана Олегна. 24 года исполняется этому молодому связующему. Не смущайтесь ни разу, 24 года для связующего — это абсолютно ничего. Спросите у Александра Будькова, у Холодинского и у других ребят. Связующая — это такая позиция, которая ближе к 30, наверное, или за 30. Это идеальный возраст пик карьеры связующего. Как вратарь в футболе, если можно так выразиться. Вот, поэтому поздравляем Лорана Олегна, желаем ему спортивного развития, богатырского здоровья и чаще появляться на площадке Центра волейбола и других волейбольных арен России, Европы и мира. Никоненко хорошо тут подает, но есть прием у Казани. И снова Будько-Вольвич. Это связка. Вчера очень неплохо работала. Вообще вчера самым результативным игроком ожидаемо стал диагональный матч Музай, набравший 22 очка и 18 очками ему ответил его визави, доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Гапет. Алексей Коннов себя достаточно неплохо вчера проявил, в атаке так точно. По-моему, только 2 его атаки оказались нереализованными. Конечно, стоит Алексею еще прибавлять на блоке и обязательно на подаче. Потому что по вчерашнему матчу, да и вообще по... Так вот, если посмотреть на Алексея, не вызывает его подача каких-то трудностей у принимающих команд. Конечно, хорошая подача — это, наверное, один из основных залогов успеха волейбольной команды в 21 веке. Чем, собственно говоря, «Зенит» и брал
в период своего величия и на российской, и на международной арене. Да, там выходила тройка подающих: Михайлов, Андерсон, Леон. Еще Бутько там очень неплохо добавлял. Сейчас, конечно, у Казани с этим элементом чуть похуже. По крайней мере, по итогам вчерашнего матча так точно. Хотя на подачу Александра Бутько, и вчера он сделал два неплохих эйса. Но сейчас тоже было очень все интересно. И Александр Волк наказывает АСК за ошибки. 11-9. Впереди уже Казань. Такой небольшой рывочек Казань совершил за то время, пока мы обсуждали моменты вчерашнего матча. Также сегодня стоит отметить, что стартует матч женской волейбольной суперлиги «Пари-матч». Поэтому можно сегодня в такой день назвать открытием нового сезона чемпионата России. Волейбольного сезона в России, если быть точным. Два Валентина сегодня на позиции либера у Казани, два Артема сегодня на позиции либера у команды из Нижнего Новгорода. Титич. Провел прошлый сезон Андрей Титич в Нове. До этого долгое время защищал цвета Урала. И вот в этом году нашел себя в АСК. Конечно, банда у АСК, наверное, стала чуть менее звездной, чем в прошлом сезоне. Вспомним и Джона Венда, и Маркина, да и главного тренера Игоря Шулепова, который защищает в этом году цвета уфимского Урала в качестве главного тренера. Так думаю, вот чисто визуально на бумаге состав чуть менее звездный стал у АСК. И попадает под блок сейчас Виецкий, что является сигналом для того, чтобы взять тайм-аут Юрию Филиппову. Непривычно немного сегодня болельщиков на трибунах, но это легко объяснить. Все-таки рабочий день, сам его разгар. 3 часа дня по московскому времени начинается игра, поэтому, конечно, у многих не было возможности сегодняшний матч посетить. Но, надеюсь, каждый болельщик Казани сейчас смотрит трансляцию, потому что крайне интересно посмотреть за командой именно в межсезонных. Вот таких играх пусть они и носят такой официальный формат. Специальный формат Кубка России, конечно же, кстати, который носит имя знаменитого советского тренера и волейболиста Александра Рева. Тоже момент нельзя отметить. Хорошая подача от Нгапета. Ждем, наверное, еще одну. Укорачивает на этот раз Нгапет и цепляет мяч в верхний край сетки. И не попадает, по-моему, кто-то был у АСК, но будет просмотр. Юрий Филипп попросил. Не знаю зачем. Может быть, увидел, а может быть, хочет взять очередную паузу и сбить Нгапета с настроя на подачу. Нгапет сегодня настроен, по моему мнению, крайне-крайне по-боевому. Расстроился, конечно, вчера француз. Не получились у него концовки. Не подтащил он там, где можно было это сделать. Касание действительно было. Александр Волк задел мяч своими богатырскими пальцами. И 11 очков отправляется АСК. Не сгорает просмотр. Гапет хорош в приеме. Воронков попадает прямо в самый краешек площадки. 15-11. И еще одна подача, хорошая, плотная, которую можно и нужно называть эйсом, от Александра Волкова. Кто точно усилит подачу у Казани, так это точно Александр Волков. И еще одна подача от Волкова, на этот раз справляется АСК, есть прием Виецкий.
И скидывает он мяч, забивает. Это очко. 16-12. Конечно, половина там пушечного потенциала на подачах сейчас не принимает участие в игре. Это, конечно же, мы говорим о Максиме Михайлеве, об Андрее Сурмачевском и Барташе Беднерже. Кто не знает, у этого польского волейболиста крайне неприятная подача. Летит она достаточно невысоко над сеткой, но крайне-крайне неприятно и сильно. Такой вот подброс специфический у этого польского волейболиста. Я думаю, что казанские болельщики еще успеют во всем насладиться и отпраздновать большое количество эйсов в этом сезоне. А тут хорошая подача летит. Кого это было? Виецкого. Он не попадает в площадку. Замена тут у Казани. Александра Будько сейчас на переднюю линию выходит молодой Михаил Лабинский, который уже появлялся на протяжении всех двух матчей. Я так понимаю, еще готовится Лоран Олег на появиться на площадке в концовке этой партии. Зимчонок тоже хорошая подача у Дениса, но справляется сейчас Зеленков. Никоненко забивает свой мяч. Виктор Никоненко. И да, вот мы видим, вместо Дениса Зимченко появляется Лоран Олекна. А Лабинский выходит на позицию диагонального. Причем на переднюю линию. И эйс. Эйс сейчас это был Иван Валеев. Организовывают погоню за казанским «Зенитом», и до двух очков сокращается преимущество Казани. Коротко, в хорошем приеме. Лабинский. И забивает Михаил Лабинский. Первый мяч в сегодняшней игре. Записывает его на личный счет. Молодец, Михаил. И Воронков на подачу. Пока Федор тоже не может свою подачу найти в Казани. Но, может быть, сейчас. Ну, такая рабочая полетела. Из какого-то большого риска. Троем там прыгнули на этот мяч. Ингапет, Лоран и Голубев. Но никто, к сожалению, его не достал. Но очень синхронно, как минимум, это сделают. За синхронность 10 баллов. За защиту выше оценки поставить, к сожалению, не могу. Пока. Коненко справляет Ингапет, играющий, и сам же будет атаковать. И скидывает настолько технично, что Никоненко еще полежал там минут несколько секунд там на площадке. В раздумьях, как так это у него получилось. Ну, может, Эрвин извиняется нам, видимо. Что-то заставило блокирующего пластаться на передней линии. И Вольвич на подаче, 19-6. Снова Виецкий. И забивает Дмитрий. Воронков. Гапет. Забивает Эрвин. Двадцать-семнадцать. Лабинский на подаче. Ой, хорошая полетела от Михаила. И это первый эйс от Лабинского. Напомню, в первом матче он также выходил на замену для усиления подачи. И усилил там крайне-крайне неплохо. И вот сейчас приносит определенные дивиденды. Воспитанник системы казанского клуба. Еще одна. Тоже хорошо полетела. Будет отведенный мяч. На Виецкого. Ах, Виецкий нашел руки. Нашел этот блок, нашел касание. И забивает. Пока вот так вот
с очень неплохим процентом. Дмитрий Виецкий атакует. Будько тут возвращается на площадку. Вместо Виецкого. Семчонок тоже вернулся уже. Ну все. Стартовое сочетание сейчас на площадке. Титич справляется Воронков. И забивает Волков. Ждал его там Александр Мельников, но переиграл Александр Волков своего визави. И эйс от Нгапета. Извиняется он перед, видимо, и своими партнерами, и перед волейболистами АСК за эту коварную сетку. Еще раз Нгапет. Силовую решил на этот раз. И не уворачивается Зеленков. Это было, если не ошибаюсь. И очередной эйс от Нгапета. По-моему, за эту первую партию эйсов было больше, чем за весь прошлый матч у Казани. Еще раз Нгапет тоже решил рисковать. Это сантиметров 40 до площадки, но все равно опасно было. Извиняюсь, Нгапет перед Зеленковым. 24-19. Несколько сетболов у Казани. Я думаю, сейчас нужно это реализовывать. Подсказывает Владимир Романович своей команде. Ошибается. Ошибается, кто же это был? Александр Мельников. На подаче, это значит, что набирает Казань 25 очко и закрывает первый сет в свою пользу с преимуществом плюс 6, 25-19. Никуда не уходите, скоро будет сет под номером 2. Готовы мы возвращаться на площадку. 1-0. Именно с таким счетом мы возвращаемся на второй сет в пользу казанского «Зенита» 25-19. Сильнее была Казань. Просто расстреляла на своих подачах прием АСК. В принципе, и это стало, наверное, ключом к успеху в первой партии для казанской команды. Ошибается в первой подаче, Андрей Титич. К этой минуте также в зоне Сибирь у нас завершился один матч. Красноярский Енисей в четырех партиях обыграл Газпром Югру. Достаточно уверенно.
Хотя в двух партиях лишь преимущество в 2 очка составляло преимущество Красноярского Енисея. Параллельно с нами сейчас проходит матч Кузбасс-Югра-Самотлор. И Кузбасс уверенно с разгромным счетом, я бы даже сказал, взял первый сет 25-11. Зажигает там Иван Зайцев. А в Казани зажигает Денис Зимчонок. Пока 2-1. Напомню также, что вчера, помимо татарского башкирского дерби, у нас состоялось в волейболе, состоялось татаро-башкирское дерби, которое еще называется зеленым дерби в хоккее, и там казанцы оказались сильнее. 4-1. Зарипов там блестящий матч просто провел, а Эрвин Гапет тут штучки свои придумывает, но как-то это все неуверенно было, не в стиле Эрвина, но спасли казанцы мяч, а здесь дотрагивается до сетки Федор Воронков, отдается это очко, отдает просто это очко АСК, 2-2 у нас. Так вот, 4-1 завершился матч Татнефть-Арене и 3-1 завершился матч в центре волейбола. Так вот, по противостоянию Казани и Уфы вчера было 1-1. К сожалению, не смогли наши волейболисты поддержать натиск хоккеистов. Но тем интереснее, я думаю, будет в сезоне. Хорошая здесь передача от Нгапета. Опять здесь попытался всех обмануть, но Петровс и Никоненко были готовы. А так, перелетали уже, и Нгапет очень четко в этой ситуации среагировал. Зимчонок на подачу. Хороший полетел, и Виевский не ошибается ли там. Вольвич и Воронков сигнализируют о том, что не касался. Не касались они мяча, а Юрий Филипп утверждает, что касание было. Стоял он рядом с этим прямым эпизодом, и будет просмотр. Я так понимаю, Вольвич и Никоненко там что-то очень активно обсуждают. Воронков тут подошел к Артему Вольвичу на подмогу. Ну все, отступил вроде Никоненко, нет. Интересно за всем этим, конечно, наблюдать. Ну да ладно, все, вроде бы замяли. Какой-то там, если и конфликт был, то он явно уже исчерп. Ждем мы решения по этому игровому эпизоду. Я так понимаю, будут там смотреть касание блока. Точнее, касание пальцев блока. Потому что по длине там явно Виецкий не попадал. В волейбольном клубе АСК, кстати, есть воспитанник казанской системы волейбола Дмитрий Шевляков. 97-го года рождения. Блокирующий. А, касание сетки смотрели. Только касания сетки не было. Или что? Сложно. Ну да ладно. 4-2. Касания сетки не было. Остается таким же счет. Зимчонок. Хорошая атака была от Валиева. По вчерашнему матчу, наверное, основной итог, что очень много невынужденных ошибок сделала Казань. Там в четвертом сете, по-моему, почти по 20 ошибок совершили волейболисты казанского «Зенита». И всего 4 волейболисты «Урала». Знаете, больше 10 очков подарила Казань своим оппонентам просто на своих ошибках. В первую очередь, это, конечно, подачи. Много вчера рисковала Казань. Если не проходили подачи и подачи были без риска, то там от Калинковского очень все уверенно прилетало. 10 из 12 была реализация этого блокирующего Уфы. В
Вот так. Примерно я вам обрисовал проблемы казанского «Зенита» во вчерашнем матче. А Вольвич здесь ошибается, извиняется перед партнерами. Как-то странно, он там историю придумал всю. Лаут, причем так глубоко вал. Возможно, искал руки. Но точно их не нашел. Никоненко. Справляется Кротков. Идеально справляется. Нгапет. Никоненко мог использовать свою позицию для того, чтобы сыграть в защите. Но не хватило мастерства. Наверное, в защитных действиях знаменитому блокирующему. Вольвич. Титич. Не забивает Андрей. Нгапет. Крюком. Тоже Эрвин не забивает. А здесь на пустой сетке абсолютно оставили Виецкого. И просто он расстреливал там Артема Вольвича. Извиняется, Волков. И пока 6-6. Зимчонок снова не забивает. Будет атака у АСК. Виецкий тоже решил не атаковать. Волков первым темпом забивает. Быстро все это было. Так вот, Александр Будько почти подставил Александра Волкова. Находилось там около него сразу два центральных блокирующих. Но решил все-таки неожиданно так Александр сыграть. И Волков был к этому готов. И выиграл все-таки мяч. Гапет. Готов. А здесь не забивает Зимчонок. Мне кажется, не лучший вариант развития событий. Выбрал сейчас Будько. Но ему, конечно же, виднее. Просто так визуально, мне кажется. И отдал за спину Зимчонку. И Зимчонок, к сожалению, не использовал. Не исполнил. Точнее. 7-7. Вот не летит пока так же подача у Казани, как в первом сете. Титич. Хорошо полетела. Сбитый прием у Казани. Зимчонок на тройном блоке. Есть защита у АСК. Титич. А Титич тут забивает. И выводит вперед АСК. 8-7. Он не справился. Там Кротков с приемом. Оттуда и пошли, собственно говоря, проблемы Казани. Укорачивает на этот раз Титич. Волкова там заставляет принимать. И Александр уверенно свою атаку реализует. Снова сегодня активно меняются либеро у Казани. Гапет хорошую подачу выдает. И совсем чуть-чуть там не попадает. А Владимир Романович берет просмотр. Кажется ему, что что-то там было. Давайте посмотрим. Но есть у меня какое-то внутреннее ощущение, что мог мяч зацепить все-таки линию. Но быстро судья принял решение. Давайте посмотрим на повтор. Да, конечно, в линию прям четко попал Эрвин. И должны поменять сейчас счет на табло. В пользу Казани. Да, 9-8. Еще раз Нгапет, еще раз хорошая, но справляется Зеленков на этот раз. Ецкий, есть защита у Казани. Валеев это был. Воронков не забивает. Будет еще одна атака, снова Воронков. Успевает здесь очень хорошо Мельников вставить блок. Что, собственно, стало решающим фактором. Ну, быстро. Блокирующий подоспел на помощь. И снова Воронков не забивает. Своего. Попадает Мельников. Никоненко. Моя более агрессивная реакция последовать. Шучу, конечно же, все хорошо. 10-9.
Александр Волков на подачу. Эйсы сегодня у олимпийского чемпиона уже были. Что на этот раз? Не попадает. К сожалению, Александр Волков решил по линии принимающих проверить. Не проверил. Не получилось на этот раз. Сейчас будет очередная плотная от Виецкого. Хорошая, но принимает Воронков. И сразу же первый темп. Не совсем удобно было заигрывать первый темп. Но Александр Путько и Артем Вольвич это на волейбольной площадке. Очень похожие по духу люди, так скажем. Сыгранный аж жуть. Цепляет снова верхний трос сетки Вольвич. И снова Титич со второй зоны. Со второй линии, точнее. Или с задней линии, как угодно. Забивает так или иначе Титич. Пока вот не ждут наши блокирующие подключения Андрея. Это уже два раза наказал Андрей за это. Гапет, как всегда, идеальный прием. И что там было? Пока ничего. Атака Казани. Земчонок. И Волю здесь спасает мяч. Еще одна атака у АСК будет. На Виецкого и забивает Виецкий. Вот такие качели идут. Снова-снова от подачи играет Казань. Идет подача и сразу как будто без какого-то яркого преимущества играет Казань. Мало пока сегодня цепляем блоков. Виецкого тут хорошая подача еще была. От Валеева, но это все. Титич спасает Нгапет. Еще раз АСК. Виецкий на этот раз. И попадает под блок. И это четвертое касание было уже у Петровса. А это значит забивает. Забирает Казань брейковый мяч. 13-12. Воронков. Снова неплохо летит, но идеальный прием. Не будет атаки у Виецкого, будет атака у Казани. Воронков очень амплитудно. Переиграл здесь Путько. Всех блокирующих АСК просто одним движением. Качественная передача пошла. Воронков был к ней готов и уверенно все реализовал. Два брейковых мяча заставляют Юрия Филиппова взять тайм-аут. Давайте посмотрим, что скажет главный тренер своим подопечным. Возвращаются команды на площадку. Неплохо там начал подавать Федор Воронков. Еще одна неплохая. Есть выбитый прием. Не будет атаки акцентированной у АСК. Будет акцентированная атака у Казани. Нгапет. А вот как обидно. Эрвин снова попадает под блок Виктора Никоненко. Снова не сбивает Эрвин. Воронков справляется с приемом. Артем Вольвич. Это было очень-очень убедительно. Снова Казань плюс 2. Но нужно сейчас Казани наращивать преимущество, чтобы не заводить себя в какую-то нервную концовку в этой партии. Хватило, я думаю, на этом предварительном этапе нервных концовок Казани.
Все вчера увидели. Артем. Вольвич подает. И Петров на кого это? Кто это был? Неплохая атака. А, Мельников. Мельников это был. Хорошая атака. Первым темпом и реализует Александр. Гапец справляется с планером Петровса. И снова Воронков. И очень-очень мощно. Петровс даже руки убирал там. Потому что скорость сумасшедшая была у Воронкова. Бусько на подачу. Александр, капитанская нужна. Совсем не по-капитански исполнил Александр. Я думаю, возможно, еще у Александра исполнить капитанскую будет. Капитанская подача, да. Интересно. Титич тоже не капитанская, но выглядела очень близко. Земчонок на тройном блоке не лупил со всей силы. Сыграл четко по рукам. Ну вот, возможно, это то, что не хватает Эрвина в каких-то эпизодах. Хочет он прям очень сильно ударить, вколотить. Капец, там снова хитрит. Здесь Валиев забивает. Говорили мы о том, что, возможно, Эрвину не хватает его фирменных штучек. Хотя отыграться от блока, где-то там закрутить мяч, поискать свободные зоны. А не лупить со всей дури. Хотя Эрвину, конечно, виднее. Это так вот визуально уж с точки зрения обывателя. Эрвин не справляется с защитой, что странно. Сам удивился, как так произошло. Обычно такие мячи Эрвин на завтрак ест. Доводит на завтрак. Прям до своего связующего. Но не в этот раз. Кротов что-то там придумал в приеме сложное. Зато забивает Федор Воронков. Атаки три подряд, по-моему, Воронков реализовал все свои. Два спайпа было, и вот сейчас. 18-17. Все так на тоненько у нас идет во второй партии. И на подачу Волков. Два эйсика бы сейчас Александра. Справляется Валеев. И забивает Виец. Уже сравнивается счет. Там же Виецкий отправляется на подачу. Опасно это может быть. Высокий подброс у этого в диагонали. Ух, какая подача-то полетела. Нгапет даже справился только на 50%. А что здесь было? Воронков снова задевает сетку. Что ж ты, Федор, сетку ты сегодня задеваешь? Второй или третий раз подряд, если не ошибаюсь. Странно. Странно. Ну, отметим подачу Виецкого. Неудачный подброс был на этот раз. Артем Вольвич, ах, чуть-чуть не достал Титич, но близко все это было для Андрея. Длинный рук не хватило. Михаил Лабынский снова появляется на площадке. Появляется на переднюю линию. Видимо, Нгапет с Голубевым будут сейчас кто-то из них выполнять функцию связующего. Земчонок. Снова верхний край сетки цепляет. И, по-моему, раз четвертый подряд уже у Дениса эта подача прослеживается. Никоненко выводит АСК в промежуточные лидеры. Лоран Олегов тут появляется. Таким образом, пару диагональных связующих меняет Владимир Олегов на концовку партии. Капец, справляется, но готов там Кротков, Лабынский, не забивает Михаил. Титич
Пытается схитрить, не получается. Еще раз Титич. И на этот раз забивает. Нет, Ларан Олегна спасает там мяч. Лабынский. И все-таки не хватило опыту Михаилу, чтобы этот мяч реализовать. Никоненко снова, отметим этого блокирующего. И 21-19 вынужден брать тайм-аут Владимир Романович Олегна. По-моему, это первый тайм-аут казанского клуба в сегодняшней игре. Давайте смотреть. Самое интересное у нас начинается во втором сете. Как говорят, настоящий волейбол начинается после 20-го набранного очка. Справляется Воронков. Капец слово на Лабынского. И достанет этот мяч АСК. И снова достает этот мяч Петров. Уже был готов к защите Виецкий. И Лабынский один в один закрывает. Виецкого. И возвращает должок за прошлый игровой эпизод. Молодец, Михаил. Красава, как говорится. Но все равно впереди АСК 20-21. Воронков на подаче. Нужна хорошая, Федор. Нужна. Титич. Достанет или нет? Нет, к сожалению, не обработал. Чуть помягче этот мяч пообработать. Валентину Голубеву. Но, к сожалению, пока не получается. Кротков выходит снова на площадку. Кротков играет на приеме, а Голубев в защите. Как-то так. Видимо, распределяются роли сегодня у либера. Казанская команда. А Зеленков играет без замен. Никоненко. Воронков идеально доводит. Сам же будет атаковать. Забивает Федор. 21-22. Ну, нужны где-то искать казанцев. Сейчас брейковый мяч. Шевляков, кстати, выходил на переднюю линию для усиления блока, но не помогла это за замена. И снова возвращается на площадку Денис Петров. Вольвич. Может, его планер сможет удивить. Титича он не удивляет. А здесь Эрвин Гапет цепляет. Или не цепляет? Нет. Все-таки промахнулся. Дмитрий Виецкий. Да, видимо, что не попал он по блоку. 22-22. Ошибается АСК. Как бы эта ошибка не стоила им партии. Вольвич. Снова на Виецкого. Не справляется с подстраховкой. Пытался там и Нагопед, и Волков ногами сыграть. Но мне кажется, друг другу оба и помешали как раз таки. Лабынский забивает Михаил. Очень-очень неплохо. Я думаю, блокирующие так в последнюю очередь ожидают атаки Лабынского. Поэтому не успели вовремя перестроиться к нему. И Михаил за это наказал. И на подаче он же. Хорошо, полетело у Михаила. Хорошо. 24-23. И тайм-аут возьмет ли Юрий Филиппов? Да, берет. И казалось, партия, которую уверенно АСК ведет к концу. Вот так вот двумя очками Михаил Лабынский просто переворачивает. 24-23. Тайм-аут. Вот так вот 0,2 миллисекунды Юрию Филиппову потребовалось, чтобы дать установку своим игрокам. И сразу они уже готовятся к выходу на площадку. Хотя еще больше половины времени отведенного на тайм-аут осталось у команд. Да, Владимир Романович использует все время. Видимо,
больше ошибок в игре своих подопечных нашел главный тренер казанской команды. И снова Лабынский на подаче. И, наверное, будет у него сейчас карт-бланш, чтобы рискнуть. Но не рискует. Такой вот рабочую подает. Виецкий. Это аут. И 25 очков набирает казанская команда. 25-23. Именно с таким счетом завершается и вторая партия. 2-0 впереди Казань. Нас ждет еще третья партия, где, возможно, определится победитель сегодняшнего матча. Может быть, эта игра продолжится и в партии номер 4. Скоро все узнаем. Никуда не уходить. Готовы мы возвращаться на площадку. 25-19, 25-23. 2-0 по итогам двух стартовых сетов. Впереди Казань и Эрвин Гапет начинает с сейса. Сейса свою подачу в партии под номером 3. Итак, улыбаются друг другу Эрвин и Александр Волков. Может быть, у них есть какой-нибудь спор на то, кто сделает больше эйсов. И, по-моему, как раз-таки именно этим эйсом Эрвин Гапет пока выходит вперед в их противостоянии. Снова укорачивает, но готов к этому уже Валиев. И Мельников реализовывает свою атаку. Голубев справляется с приемом. Земчонок на одном блоке. Не забивает, к сожалению. И будет наказывать Казань Титич за это. Но, к сожалению, тоже ошибается и извиняется перед своими партнерами. А все карты у Андрея были на руках. Волков в подачу. Титич справляется с приемом. Виецкий забивает свой мяч. Быстро все это было. Так вот, нравится мне игра, кстати, Виецкого. Так вот, быстро. На хорошей высоте. Такой хороший хлесткий удар с хорошей подачей. Сейчас вот он, собственно говоря, это и доказывает. Кротков неудачно принимает. Гапет будет придумывать. Но будет еще одна атака у АСК. Виецкий. Я вот здесь переиграл. Переиграл полностью Виецкий всю казанскую команду. Решили тройной блок выстроить перед Дмитрием. Но, к сожалению, подстраховка вовремя не успела. И локальное лидерство в третьей партии пока захватывает АСК 4-2. Все это на подачах Виецкого. Но Кротков сейчас справляется идеально. Воронков с третьего этажа снимает. Но не забивает снова Виецкий. И ошибается на этот раз Дмитрий. Задел Воронков там сетку, но это было уже за антенной. Поэтому это не считается за нарушение волейбольных правил. Земчонок. Зеленков, отведенный мяч будет. Справляется Эрвин с защитой. Земчонок очень хорошо реализует. Попадает практически в самый уголок. Эрвин так очень по-отечески Валентину Голубеву взял за лицо, за щеки, если угодно. Как будто бабушка, которая очень давно не видела своего внука. Такое сравнение ваш покорный слуга решил придумать именно этому игровому эпизоду. Продолжаем. Земчонок на подаче. Хорошую должен Денис сейчас дать. О, хорошо принимает Титич. И сам же Земчонок справляется с этим мячом. И будет атака. Еще одна у АСК. И казанский блок. Но не забивает, к сожалению. Не отскакивает мяч от блока туда, куда нужно. Отскакивает туда, куда казанским болельщикам не нужно. Иван Валиев.
Хорошо подает, справляется Воронков. Но не справляется никак с атакой. Снова закрывает его. Так сколько уже блоков таких поставил Никоненко с Петровцем сегодня. Надо посчитать штук 5, наверное, уже точно. Снова Валеев. Укорачивает на этот раз. Не получается у него. Срывается мяч. С кисти не туда немножко полетел. Хотел по диагонали укоротить. Но не вышло. Зинченок. Нет, прошу прощения, Воронков будет сейчас выполнять свою подачу. Посмотрим, как исполнит он на этот раз. Тоже укорачивает. Зеленков готов, но не на 100%. Вольвич не забивает первым темпом, зато забивает Никоненко. А что это было? Лоран, мне кажется, обоснованно предлагает судье пересмотреть результат этого момента, потому что, по его мнению, был бросок мяча все-таки, а не удар. Баскетбол у нас уже пошел. Вот такая пограничная ситуация, если честно. Силовая от Никоненко. Близко там было, но не забивает. Блокирующий. Вольвич. Легчайшая там была для принимающих АСК. Мне кажется, потерял планер Вольвича свою хитрость. Витиеватость. Хотя Вольвич славен. Славится именно хорошим таким сложным планером для принимающих. Многопету неудобно там. Но он все равно выкрутится из этой ситуации. Виецкий на тройном блоке не забивает. И не было там касания. Значит, 7-8. Все равно пока АСК впереди. Олекна. Оформляет эйс в свой день рождения Лоран Олекна. Мы поздравляем его с двумя событиями уже. С эйсом. И с днем рождения, соответственно. Может быть, еще одну? Ну нет, справляется на этот раз Зеленков. Титич. Отыгрывается от блока Нгапета и забивает. Так вот, буднично проходит мяч. Матч. Если честно. Какого-то огонька, что ли, не хватает в этой игре? Нгапет снова попадает под блок. Вот это не его игра, конечно. Вот так вот на высоких мячах что-то там придумать. Пройти по силе. Это точно не игра Эры. Снова Титич. Воронков готов. Зимчонок. Будет ли аут? Да, это аут. И Эрвин отправляется на подачу. Хороший выполняет Эрвин, но будет атака у АСК. И забивает Валеев. Тоже сегодня неплохо играет Иван. В нужный момент забивает. Зимчонок очень высоко выпрыгнул. И поверх блока даже мне показался этот мяч. Реализовывает. Реализовывает. 10-11. Интересно, вот эта смена либера по ходу матча, это какая-то одноразовая история? Или все-таки в течение сезона Владимир Романович Олекна будет использовать эту тактику? Учитывая, что у него есть примерно два равноценных либера.
Или все-таки этот турнир мини, такой, который проходит в Казани, это возможность понять, который все-таки на данный момент лучше готов. Именно эту схему поэтому он использует. Гапет. Воронков забивает. Воронков. Путаю я их с Зимчонком. Потому что очень похожи по телосложению. По цвету волос. Хорошая полетела у Зимчонка. И будет фрибол для казанской команды. Наверное, первый темп надо играть, но нет, Воронков. Забивает Воронков. Прилетает там мяч продюсера клубного телевидения казанского «Зенита». Сколько уже мячей в операторов казанского ЗТВ прилетело на всю карьеру. Не сосчитать, мне кажется. Снова Зимчонок. И снова не совсем точный прием. Но нет, будет атака. И, по-моему, Вецкий не забивает. Не было там касания блока. 13-12. Впереди уже казанский клуб. Валиев снова неплохо атакует. Находит он брешь в оборонительных построениях Казани. И пробивает казанскую стену. Коненко снова подает. А здесь Артем Вольфович. Если найти, конечно, высоту и отдать в темп Вольвичу, то Артем практически не ошибается. Нападение сегодня, если не ошибаюсь, я. Только один раз не попал Артем в площадку. Там явно Артем прям сорвал удар. А вот казанский блок, Александр Волков. Ервин Гапет там закрыли небо Александру Дмитрию Виецкому. И плюс два уже у Казани. И здесь еще Александр закрывает Мельникова. И снова... На блоке работает Волков, Нгапет на двойном блоке. Вот это игра Эрвина. Нашел где-то там стык. Не очень сильно ударил. Не ломился сквозь закрытую дверь, сквозь закрытую стену. А в своем стиле так вот аккуратненько. Как будто мяч в лузу отправил Эрвин. 17-14 плюс 3. А здесь еще ошибается Титич. Ну вот, хитрость у планера Вольвича появилась. И сразу же ошибается Андрей Титич. И Юрий Филиппов берет тайм-аут. Вела его команда совсем недавно. Вот уже минус 4 проигрывает в третьей партии. И грозит это им 3-0. Грозит это нулями в графе выигранных сет.
И снова Титич не справляется, и Эрвин Гапет там рискует, но все-таки выигрывает этот мяч. Это сломалось. Конфигурация приема Андрея Титича. 19-14. Плюс 5 уже. Так вот и потихонечку вопрос о победе Казани в этом сете снимается потихонечку. Ну вот, наконец-то Титич принимает. И, ну, здесь Казань в защите играет. Еще раз есть защита у Казани. И Нгапет там толкнул случайно Волкова. И так это все мило выглядит. Так вот, приобнял, погладил олимпийского чемпиона за голову. В волейболе такое случается. Петровс. Надо сейчас АСК что-то придумывать. Скидывает здесь Лоран Алекна. Решил Лоран ничего не придумывать, а просто левой рукой скинуть прям туда, под Зеленкова. Зеленков не был к этому ко всему готов. А нет, это уже кто? Это Артем Крайнов уже на площадке у нас. Прошу прощения. Лоран. Подает так еще остро. Но по длине не проходит чуть-чуть. Это подача. 20-16. Можно, наверное, уже подводить какие-то итоги сегодняшнего матча. Борьба у нас пока нарисовывалась только во второй партии. Но Волков сейчас не забивает. И, может быть, все закрутится заново. Зато забивает Виецкий. Крайне-крайне мощно. Да, дорогие друзья, напомним вам, что следующий домашний матч Казанский «Зенит» проведет 26 сентября матчем против Новоуренгойского «Факела». Обязательно приходите поддержать казанскую команду в первом матче стартующего розыгрыша пари-матч Суперлиги. А вот 3 октября казанцы уже на выезде в Новосибирске сыграют кубковый матч за Суперкубок России, если быть точным, с новосибирским «Локомотивом». Там точно будет жарко. Обязательно следите за трансляциями на ТВ-старт. Но пока приближается АСК. От 5-очкового преимущества осталось всего 2. И не спешит пока Владимир Романович брать тайм-аут и подзывает к себе Михаила Лабынского. Нужна сейчас замена. Встряхнуть. И Денис Земчонок покидает площадку. Титич выстреливает хорошую подачу. Нгапет не очень удобно отдал. И закрывает Лабынский Виецкого, но очень сильно отправил мяч в блок. И не туда отскакивает мяч после касания блока. 20-19. Вот так вот пораньше мы отправили Казань и АСК отдыхать. А не тут-то было. Рывочек у нас у Нижнего Новгорода. Вот сейчас нужно сниматься Казани. И забивает Александр Волков. Вовремя. И Лабынский продолжает оставаться на передней линии. Неплохо он себя уже сегодня проявил. Был и эйс в его активе, и блок важный один в один Виецкому. И вообще на подаче достаточно уверенно Михаил Лабынский смотрится. В нападении тоже один раз успел попасть под блок и один раз завершить. Уверенно успел, но пока 21-20. В принципе, такое преимущество в одно очко для Казани должно быть спокойно. С другой стороны, Казань пока не в том состоянии, чтобы быть уверенным за результат. При таком отрыве. Нет стопроцентного уверенного съема, что доказывает Федор Воронков. А здесь прошивает Иван Валеев блок Александра Волкова и, по-моему, между рук прям отправляет мяч доигровщик волейбольного клуба АСК. 21-21 сравнивается счет. 5-очковый гандикап был отыгран, но тут же ошибается. Кто это был? Александр Мельников. И Волков на подачу. Может удивить Александр. Может удивить. Ну и нужно, конечно, сейчас
выстрелить свою лучшую подачу. Справляется Валеев. Никоненко не забивает. Очень-очень важный мяч. Капитан футбольного клуба СК не забивает. Неожиданно, на самом-то деле. Как будто все для этого у Александра... У Виктора, конечно, Никоненко было. 23-21. Тайм-аут Юрия Филиппова. Три-21 близится к завершению у нас третий сет, а может быть и матч. И пока все карты у Казани. Просто нужно держать свой съем и забирает этот матч в трех сетах. Волков. Краинов там принимает неплохо. И вот Никоненко справляется за свою ошибку. Как бы не было уже поздно за все это. Время-то уходит. И Виецкий на подаче. Вот это может быть шанс. Нет, не Виецкий, это... Да, Виецкий. Это действительно Виецкий. Это тот шанс, которым пользуется АСК. Выстреливает. Дмитрий. И 23-23 сравнивается счет. Крайне не вовремя для Казани. Виецкий вышел в зону подачи. Нгапет здесь еще готов, конечно. Воронков, а Воронков что, забивает все-таки. Но на тоненького все это было. И матчбол у Казани. Михаил Лабынский может здесь сейчас закончить вообще все. И матч, и предварительный этап Кубка России в Казани. Зона Поволжья. Давайте посмотрим, что из этого получится. Лабынский. Есть прием. Титич с задней линии. И, по-моему, не попадает. Но апеллирует к судье Титич и просит посмотреть этот игровой эпизод. И сейчас от решения судьи будет зависеть исход сегодняшнего матча. Напомню, что ближайший матч состоится 19-го, ну, в центре прибыла 19 октября. А Титич попадает. Титич попадает и 24-24. Ничего, у нас еще не закончено. Напомню, что ближайший матч в центре волейбола проведет женский волейбольный клуб «Динамо Акбарс». Начнет 19 октября, то бишь уже завтра, свой старт. В женском розыгрыше по рематчу Суперлиги матчем против Спарты. Тоже обязательно приходите поддержать казанскую женскую команду. Гапет очень уверенно реализует атаку пайбом. 25-24. Сетбол у Казани. И будет ли рисковать сейчас Воронков? По-моему, впервые в этой встрече появляется на площадке Александр Петыркин. И есть возможность у Казани выиграть этот матч. И заканчивает эту игру Артем Вольвич. Очень уверенный атак. 25-19, 25-23, 26-24. Именно с таким счетом казанский «Зенит» берет реванш. У своих болельщиков, наверное, в первую очередь за поражение во вчерашнем матче. И завершает предварительный этап Кубка России. И выходит команда Владимира Олеговна ожидаемо в полуфинал. Ждем вас, дорогие болельщики, 26 сентября на матче открытия по рематчу Суперлиги сезон 2020-2021 сыграет казанская команда против
родного уренгойского факела. Поздравляем еще раз с днем рождения Лорана Олегна. Желаем, чтобы все у него в волейболе и в жизни получилось. Самое главное, без травм, крепкого здоровья. Ну и напоследок пожелаю вам всем любить волейбол, играть в волейбол, и все у вас будет обязательно Z.